Уважаемые друзья и зрители моего канала, я рада вас приветствовать. Уважаемые друзья и зрители моего канала, сегодня поговорим о том, как защитить плодовые деревья от нашествия муравьев. Точнее, я поделюсь проверенным методом, в эффективности которого точно не сомневаюсь, потому что проверила его на своих деревьях. И хочу заранее сказать большое спасибо уважаемым зрителям, которые поделились со мной этим способом. Сейчас вы видите кадры, которые сделаны 3 июня. Яблони собираются только зацветать. И с помощью этого метода мы уже защитили свои деревья. Обратите, пожалуйста, внимание, тли на молодых побегах абсолютно нет. Они чистые и здоровые. Что же нам понадобится для того, чтобы применить этот метод? Ну, во-первых, нам понадобится пищевая пленка, трикотажная или хлопчатобумажная ветошь. Мне больше нравится ветошь от старых трикотажных футболок. Она хорошо тянется и ей легче обматывать ствол. Растительное масло и наш любимый йоготь. Готовим раствор из расчета 2 столовых ложки растительного масла и 1 столовая ложка дегтя. Все хорошо перемешиваем в бутылочке. Предварительно стволик дерева защищаем пищевой пленкой, чтобы ствол не получил ожог. Обильно смачиваем ткань в приготовленном растворе и оборачиваем ствол. Уважаемые зрители, прошло 14 дней. Подтвердить это можно тем, что яблони уже отцвели. И мы видим, что на молодых побегах нет закрученных листиков клей. И деревья себя прекрасно чувствуют. Метод работает. Обратите, пожалуйста, внимание, и муравьев на стволе нет. Так что метод работает. Но хочу заострить ваше внимание, что повязку нужно пропитывать раствором не реже, чем 1 раз в 10 дней. А если идут дожди и сильные ветра, то 1 раз в 7 дней. Еще раз хочу сказать спасибо моим зрителям, что подсказали такой простой, но очень эффективный метод. Надеюсь, что он и вам пригодится и понравится. А на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмите на колокольчик. А я желаю вам всего самого наилучшего. Легких работ в саду и на огороде. Крепкого здоровья вам и вашим растениям. До новых встреч. Пока-пока.